Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Афиша», программа для тех, кто любит проводить свободное время не только увлекательно, но и используя для души и разума. В минувшие выходные в Первоуральске выступила группа «Город 312». Если вы не побывали на их концерте, мы исправим это недоразумение. Солистка группы Ая дала эксклюзивное интервью нашей программе. Вы соскучились по концертам вообще? Очень сильно. Ну как, у нас они, слава богу-то, как-то хотя бы... Но все равно то, что происходит, это все так нечестно. День металлурга, день мессианика. Ну вот сама публика, я не знаю, имеет ли это для вас значение, кто в зале. Металлурга, например, как сегодня, кто-то еще. Да нет, честно говоря. Часто даже бывает такое, что мы приезжаем и перед концертом спрашиваем, какое мероприятие. Вот именно там день рождения, например, отрасли, да, или региона, или какого-то отдельно завода, фабрики. То есть это, как правило, ты это спрашиваешь уже непосредственно перед выступлением. Потому что разницы не должно быть. Вот просто ее не должно быть. Если люди с тобой хотят праздновать свой день, какой-то важный для него, это такое счастье большое. Поверьте, мы, ну не знаю что, нам единственное надо знать, знаете, это что? Это свадьба или похороны? Вот все. Вот это разве что, может быть, мы спросим. Прям огонь вообще, да. Слушайте, но какой-то сюрприз первоуральцев, что-то вы готовите, какую-то особую, может быть, программу или это... А программа не может быть особенно особой, потому что, как правило, как ты приезжаешь, если вот на такие дни, если это не сольный концерт чему-то посвящен или имеющий какую-то концепцию, то, как правило, ты должен привести песни, которые в первую очередь народ слышал, любит и хочет услышать. А уже потом мы туда как-то будем инсталлировать новенькие, потому что уже нам хочется поделиться. Вот. Но настроение всегда хорошее, всегда с собой возим. Вы можете что-то пожелать первоуральцам? Я думаю, будет приятно, глядя прямо в камеру. Вот от всего сердца. Во-первых, у нас здесь родственники есть очень близкие. Не в Первоуральске, а в Новоуральске. Но это не так далеко, в принципе. Вот. Мы вообще ваш край очень любим. Он для нас, скажем так, не чужой нам край. Вот. И мы хотели бы просто сказать, что, пожалуйста, давайте как-то не будем болеть. Самое главное, не будем сильно нервничать по этому поводу, потому что нам нужны силы моральные всем пережить многие вещи. И, наверное, третье, чтобы мы на фоне всего того, что происходит в мире, мы ни в коем случае не озлобились. Это тоже очень важно. Дарите друг другу радость, умейте в мелочах находить что-то приятное. Это сложно, вы думаете, я это вам говорю, это себе говорю. А то, что я говорю себе, значит, это тем более от чистого сердца. Мои хорошие, давайте будем счастливы и здоровы. Сегодня день прекрасный. Прекрасный Первоуральск, прекрасная погода, прекрасное событие. Я счастлива. Спасибо. Ну, еще такой вопрос последний, коротенький. Вы же как настраиваетесь, кроме как вот лицо и поспать, но перед концертом я имею в виду? Если вы думаете, что мы встаем, вот это, ничего этого не делаем, нет. У нас у каждого, во-первых, мы очень разные в коллективе. Мы очень по-разному сами по себе приводим себя в, скажем так, в режим работы. Я, как правило, минут 15, наверное, вот сейчас мне уже скоро выходить, я сейчас в этот ступор впаду, я впадаю в ступор. То есть я в голове собираю все, что мне нужно. Я вспоминаю, что не нужно, чего избегать, чего опасаться. Все, вот как бы все. А остальное все. Публика делает все. Она делает тот самый настрой, она делает то самое настроение. Вообще мы очень любим свою публику. Все просто получается. Мир маятник качается, а свет переключается на звук. Не выскользнет из рук.
Ну что, мы начинаем? Отставить в тебе.
программа «Афиша». Проводите время увлекательно. Помните, в окружающем нас мире всегда происходит что-то интересное. Пока!